традиционных. На старт, внимание, марш, начались соревнования на велосипедах. За рулем юные, смелые и шустрые гонщики и гонщицы. Всего почти 100 участников из разных городов Подмосковья. Видновчанин Толя Сидоров сегодня приехал за победой. Мальчику всего 4 года, и 2 из них он активно тренируется. Сначала был беговел, теперь велосипед, и за плечами уже немало покоренных треков. Мама юной звезды автоспорта с гордостью говорит, что ездить и ходить сын начал одновременно, и теперь не остановить. Ему нравится ездить на беговеле, на велосипеде, он любит скорость, любит гонять. Главные болельщики, мамы и папы, азартно и эмоционально поддерживали своих детей. Кстати, многие из них признались, что велосипед – это настоящее спасение. Теперь большие расстояния не страшны, а довольный ребенок едет с удовольствием и без лишних капризов. Благодаря такому транспорту уже сегодня будущие спортсмены развивают выносливость и подвижность. Велосипед, что и беговел, это лишнешарное развитие. Это очень важно для детей. Развитие координации, развитие баланса, развитие интуиции, может быть, как повести себя в экстренной ситуации. Ну, конечно же, спорт. Как известно, до 7 лет спорт, физическое развитие равняется интеллектуальному. Дети должны заниматься спортом. А еще отлично тренируются лидерские качества. Организатор соревнований Павел Войтов считает, что будущих покорителей дорог видно сразу. И это один из немногих видов спорта, где можно начинать с такого раннего возраста. Завершились заезды вручением кубков и медалей самым быстрым и ловким. Екатерина Коваленко, Кирилл Махров, Ольга Садовская. Видное ТВ.